15 мая в императорском зале главного здания Казанского университета прошла уже традиционная панельная сессия, на которую были приглашены иностранные делегации из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества и российские ученые и эксперты. Модераторами мероприятия выступили первый проректор, проректор по научной деятельности вуза Дмитрий Таюрский, а также вице-президент Российского комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, заместитель директора Института международных отношений Казанского федерального университета Рафаэль Валеев. Татарстану удалось включить 4 объекта. Это Казанский Кремль, который был включен в 2000 году в Австралии в городе Кернсе. В 2014 году был включен Болгарский историко-археологический комплекс. В 2017 году Успенский собор и монастырь острова Града Свияжска. И вот в 2023 году астрономические обсерватории Казанского университета. На повестке дня вопросы всемирного наследия в социально-экономическом развитии, роль объектов всемирного наследия в развитии туризма, повышение качества жизни наследия как драйвера достижения целей устойчивого развития, влияние объектов всемирного наследия на экономическую и инвестиционную привлекательность стран и регионов. В настоящее время следующие темы обсуждаются на международном уровне. Это система квотирования, различные лимиты, ограничения списка всемирного наследия по количеству объектов, по количеству заявок, в том числе и по количеству заявок в рамках так называемого начального процесса, когда консультативные органы помогают странам на этапе подготовки работы с предварительными списками и первичной подготовки номинаций. Есть глобальные тематические исследования, в том числе и те, которые направлены на выявление лакун в списке всемирного наследия. Здания астрономических обсерваторий Казанского университета сохранили свою целостность, аутентичность и первоначальное научное функционирование и устойчивое развитие. Как городская, так и загородная обсерватория до настоящего времени выполняют первоначальную научно-образовательную функцию. Работа по продвижению обсерватории Казанского университета в список всемирного наследия велась с 2019 года. В сентябре 2023 года они были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Номинация обсерваторий для включения в список была рассмотрена на 45-й сессии Комитета всемирного наследия в Эр-Рияде. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Богдан Священко, Николай Суховский, Универ Новости.